Эх, как же я устал на этой работе, так домой хочется. И не говори, я тоже очень сильно домой хочу. Извините, не подскажете, как попасть внутрь? По пропускам. Так, стоп, погоди, а у тебя есть лицензия на ношение оружия? Все ясно, нету, я живу. Какой-нибудь пистолет. Только этот. Отлично, это то, что нужно. Эй, ультрафиолет, у тебя остался тот динамит, что я тебе давал? Отлично, кинь его мне. Вот оно. Мы взяли все, что нужно. Теперь заваливаем отсюда. Куда-то собрались? Задержите их! Пиксел, ты должна остановить его. Поняла. Ну, посмотрим, на что вы способны. Ох, он успел сбежать. А у тебя там как, Ллойд? Все плохо. Они успели сбежать. Нам придется остановить поиски Зейна. Ведь вдвоем мы не справимся. Кто вы такие? Что вам нужно? Я хочу предложить вам сделку. Вы подчиняетесь мне. А также после этого мы уничтожаем ниндзя. Ни за что. Мы вам никогда не подчинимся и не продадим ниндзя. Это то же самое, что предать наш народ. Раз не хотите по-хорошему, то будет по-плохому.